Комплексую ходить среди людей, потому что считал себя маленького роста. Что делать? Знаете, на самом деле, ну, наверное, слышали так или иначе, есть такой пресловутый комплекс Наполеона. Это у всех невысокого роста мужчин должен присутствовать достаточно серьезный, амбициозный потенциал. Вот кто-то у вас этот потенциал то ли забрал, то ли сразу прибил на выходе. Значит, научитесь что-то делать такое, что все эти высокие мужики и парни, ну, даже приблизиться не могут к этому. Это будет вас очень здорово поддерживать. Любое дело, любой навык, любое знание, которое вы приложите к себе и будете лучшим среди всех возможных, даст и уверенность, и амбициозность, и уравновешенность, и внутреннюю самодостаточность, потому что все, что мы вкладываем в себя честно и достойно, и показываем другим, что это возможно, однозначно вы получите внимание, уважение, одобрение и желание к вам прикоснуться. Самый простой пример. Ну, посмотрите на нашу весь шоу-бизнес. Вот если они наплевали на всех и идут, и ошибаются, и падают, и идут, и это в принципе всегда публично, и не боятся рассказывать о своих несгодах, о своих ошибках, о своих потерях, о своих каких-то неадекватных действиях, о своих там пьянках, гулянках, сменах мужей, жен. Вот все они вот вываливают. Но вы же их за это уважаете, восхищаетесь. Но восхищение, оно основано на том, что они могут это все позволить, и им наплевать, что о них думают. И они преодолевают это и идут. А все, что, все, кто не могут этого сделать, вот это и взращивается. Ущербность, немощность и такое наплевательское, очень пренебрежительное, очень жесткое отношение к себе. Так лучше начать что-то делать, нежели чем сидеть и тосковать и придумывать себе основной страх о том, что я боюсь сюда. Людям вообще на улице друг друга на друг друга хоть голиком, по-моему, пройди, не все заметят. Но вот эта придуманная история, ленность ума называется, и ленность тела, и вот обращение на свое физическое тело, ну, типа, вот если бы я был бы такой, бы тогда да, вы рубите все свое будущее. Зачем? Зачем вы это делаете?